Четыре воскресения подряд и дни Великого Поста в храмах Русской Православной Церкви будет совершаться пассия. В главном храме Республики Коми это богослужение возглавил архиепископ Сыктывкарский Комизарианский Петерим. На первом последовании были прочитаны 26 и 27 главы Евангелия от Матфея. Силою божества Твоего прониклось и трекратное утверждение ученику. Он же посе моще отречися Тебе с клятвой, обачих да узрите во дворе архиересем. В Нижнем храме Свято-Стефанова собора жители республики собрались на службу, чтобы прочувствовать, как страдал Спаситель во время своих крестных мук. Пассия – это богослужение, в которое каждый молящийся как бы переносится в Святой Град Иерусалим и становится очевидцем страданий Христа. Господь не требует от нас многого. Он не нуждается в никаких наших подарках, жертвах даже. Он лишь ждет покаяния. Он один имеет право оставлять грехи. И вот этого мы от Него тоже хотим. Чтобы Он нас простил. И поэтому мы сегодня проникались, молясь этой историей страстей. Тайная вечеря, путь в Гефсиманский сад, моление о чаше, предательство Иуды и арест Спасителя, а также другие события, когда Иисус находится перед Синедрионом, апостол Павел отрекается от своего учителя, Пилат умывает руки и Христа ведут на Голгофу. Все это описано в двух главах Евангелия от Матфея. И читая эти строки, наше сердце сострадает Спасителю. Страдает Христос, который сохранил в себе детскость. Когда вот взрослый человек страдает, это одно. А когда страдает ребенок на кресте, это совершенно другое. А то, что он с этой девственной, с этой детскостью не расстался, факт в том, что он и других учил: не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. В следующее воскресенье на Пассии будут прочитаны 14 и 15 главы Евангелия от Марка.